Она моя. Это ведь бузинная палочка. Самая могущественная палочка в мире. С ней мы были бы непобедимы. Бузинная палочка? Вы посмотрите на мою волшебную палочку. При помощи только ее одной я сделал это. У кого-то день не задался, лол. А ее народ набьё подъехало. В прошлом видосе я вам рассказал про свой новый свет в общем. Если по каким-то причинам вы пропустили прошлый эпизод, то обязательно его посмотрите. Но только после того, как досмотрите этот. Сегодня у нас магия света. И небольшой, но классный конкурс. Но все по порядку. А сейчас я хотел бы поподробнее остановиться на вот этом агрегате. А знаете почему? Да потому! Не поленюсь, еще раз повторю. При помощи только одной этой лампы я сделал вот эту фотку. Интересно, как это сделано? Тогда приятного просмотра. Обычно для того, чтобы получить такой результат, профессиональные автомобильные фотографы снимают на офигевших больших студиях с большим количеством света, причем еще и дорогого. Но мы в Калининграде, и тут такой роскоши нет. Но есть вот это. Как бы это странно ни звучало, но Yongnuo UN360 второго поколения. Примерно 8000 рублей, фотошоп, камера, штатив и немного смекалки, и вуаля. Значит, какие тут фишки? Достаточно емкий встроенный аккумулятор на 5200 мА, качественный свет, который не стробит на видео, что очень важно. 320 лет светодиодов, 3200 и 5500 кельвинов, то есть уже понимаем, что есть на выбор холодный и теплый свет. Плюс 40 RGB светодиодов, это значит, что вы можете включить красный, синий или зеленый свет. Более того, поскольку здесь есть плавная регулировка мощности лампы, вы можете смешать все три канала вместе и получить практически любой цвет. Салатовый, желтый, голубой, розовый, фиолетовый и так далее. Максимальная мощность цветного света 494 люмена, если это вам чем-то поможет. А вот те, что теплые и холодные режимы, выдают 2 480 люменов. Это прям более чем достаточно для таких габаритов. Также есть возможность прикрепить на штатив, что очень полезно. И самое интересное, это управление по Bluetooth. Представьте ситуацию, вот есть вы и модель, и больше никого. Поставили свет на штатив, отошли на нужную дистанцию и со смартфона настраивайте свет как вам нужно. Причем на метров 10-15 точно можно отойти, и связь будет нормальная. Не было бы Bluetooth, пришлось бы постоянно бегать к лампе и менять значение. Поэтому наличие такой фишки — это не просто модная штука, это нифиговая экономия времени, я вам скажу. Ну и конечно, наличие экранчика радует, это плюс к удобству, вы можете посмотреть уровень заряда и посмотреть выставленную мощность. Теперь давайте расскажу про Волгу и как это делалось. Финальная фотография состоит из 5 разных фотографий машины с разным светом. Ставим штатив на нужное место относительно машины. Место желательно выбирать максимально темное, чтобы не попадало никакого лишнего света на автомобиль, потому что это все будет сниматься на длинной выдержке. Че, пацаны, мы в темноте с Пашей. Сейчас будем мутить прикольную тему. Надеюсь, хоть что-то будет видно, потому что здесь вообще машину поставили, там фонарей вообще нет. Штативчик, камера. Блин, запылилось аж. Как думаешь, надо протирать, нет? Давай, Паша. Волга запылилась, на фотке вообще прям супер сильно видно. О! Я думаю, будет зашибись. Для тех, кто не знает, что такое длинная выдержка. Если очень простым языком, то когда вы нажимаете на спуск, в камере открывается шторка, и свет летит прямиком в матрицу. И потом эта шторка закрывается, таким образом делая отпечаток того, что вы сфотографировали. Короче говоря, в основном все работают на короткой выдержке, 100 или 200, и затвор работает так. А длинная выдержка — это что-то вроде этого. То есть затвор открывается и захлопывается только через 2 секунды, например. В моем случае выдержка была аж 6 секунд. То есть целых 6 секунд камера захватывала весь свет, который могла только увидеть. И тут очень важно не двигать камеру. В общем, поставил камеру на штатив, установил выдержку на 6 секунд, и все готово для того, чтобы снимать. Кстати, в любой, даже самой простой камере можно выставить так, чтобы затвор срабатывал через 2 секунды после того, как вы нажмете на него. Наша задача — сымитировать один источник света за один снимок. И у нас есть 6 секунд для того, чтобы ровно засветить весь автомобиль по всей площади. Нажимаем на спуск и аккуратно пробегаем через всю сцену. И так миллион раз, пока не получите то, что хотите. При этом самое интересное, что лампа была всего на 30% мощности. Ripple,
Что касается конкурса, хотите получить шанс выиграть такие стикеры со мной? Тогда вот вам условия. Убедитесь в том, что вы подписаны на мой канал, поставьте лайк и напишите какой-нибудь комментарий под этим видосом. И уже в следующем видосе с помощью рандомайзера мы узнаем 5 счастливчиков, кто получит мои фирменные стикер-паки. Красавчики, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, делитесь видосом с друзьями в социальных сетях. Это поможет каналу в продвижении. Жмите на колокольчик, чтобы первыми смотреть новинки. И скоро снова с вами увидимся. Пока-пока.